если настоящий йогурт объединить с нежными сливками и добавить активные бифидобактерии, то получится вкусно и здорово. Пломбир на йогурте «Ангария» – это когда вкусно, полезно. По прогнозам синоптиков, 21 мая в Анапе ожидается переменная облачность. Возможны дожди. Температура воздуха днем до плюс 23 градусов. Ночью прохладнее, 17 выше 0. Ветер северный от 2 до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 16 градусов.